Звонил папа Галя. Галь хочет пригласить тебя ночевать у него. Том? Ты не хочешь ночевать у Галя? Я играю. Только начал первый уровень. Давай, собирайся быстренько. Уже поздно. Ты еще должен успеть покушать. Алло? Привет, как дела? Да, ты должен показать Галю, что я дошел до шестого уровня. Ты думаешь, что брат Галя будет там? Ну, ты закончил игру? Милый, ты уже по дороге домой? Хорошо. Том опять ведет себя странно. Это то, о чем мы говорили вчера. Он опять описался ночью. И даже Галю не хочет идти. Да, я согласна. В самом деле, стоит посоветоваться со специалистом. Хорошо, поговорим позже. Бай. Том, поторопись. Еда остывает. Ешь и пойдем к Галю. Я не хочу есть. У меня болит живот. И я тебе сказал уже, я не хочу никуда идти. Том, что случилось? Ты и Галь так хорошо ладите. Ты ведь всегда любил ходить туда. Галь разозлил меня. Брось эти глупости. Вы всегда в конце концов миритесь. Пойдем, вам будет весело. Брат Галя мерзкий. Не хочу идти. Дом Галя противный. Почему противный? Я вижу, что ты злишься. И даже не можешь пройти уровень в игре. Что-то случилось. Ты хочешь мне рассказать? Молчи, не говори ничего. Он ведь сказал тебе не рассказывать. Том, может ты хочешь, чтобы Галь остался ночевать у нас? Мне все равно, пусть спит у нас. Хорошо, я приглашу его к нам. Алекс, это опять мама Тома. Том предпочитает, чтобы Галь остался сегодня ночевать у нас. Хорошо? Ну вот и замечательно. До свидания. Хорошо, я поговорила с папой Галя. Галь будет у нас через час. Брат привезет его. Нет! Что с тобой, Том? Что-то случилось дома у Галя? Тебя кто-то обидел? Ты можешь все рассказать мне, Томми. Я обещаю не сердиться на тебя. Я играл с Галем и с его братом на компьютере. И ждал свою очередь. А потом брат Галя начал трогать меня. Трогать тебя? Где? Там. Он всегда это делает. Я очень сержусь на него. То, что он сделал, это очень плохо. Хорошо, что ты рассказал мне. Наверное, тебе было трудно хранить это в тайне. Ты просто молодец, что рассказал мне. Я так сожалею, что это случилось. Ты ни в чем не виноват. Мы с папой поможем тебе. А Галя пригласим в другой раз. Мы будем с тобой вместе. Я так тебя люблю.